Доброе утро, доброе утречко, доброе. Все, значит, по делам. Нам нужно немножечко взбодриться. Тебе вот держи кофеек 4 литра. Я себе чаек и за работу. Так, не спать. Дыщ. Давай. Дело не ждет, как говорится. У нас очень много работы, очень много строительства, очень много планов. Поэтому давай за мной, быстренько пей свой кофе и пошли. Какое строительство? Че от меня хочешь, женщина? В смысле, какое строительство? Ты что, у нас же там целый купол уже возведен. Маринка как бы ждет. Мне нужно срочно как бы ей это все показать. Давай, быстрее. Пойдем. А, ты об этом? Об куполе? Так ты пока спала, я его полностью достроил. Ты думаешь, почему я сейчас вот такой раскумаренный? Потому что я всю ночь его строил, пока ты бездельничала. Дай мне хотя бы сейчас пойду немножко вздремну, а? Эй, подожди, ну ты, как бы мы договаривались с тобой, что мы еще внутренности будем строить там. Это, конечно, хорошо, что ты внешне его достроил. Пошли. Но, как бы, да. Подойди, пожалуйста, сюда и просто посмотри, пока ты спала, что из этого купола у нас получилось. Так, ну слушай, это то, что нужно. Ты молодец, ты огромный молодец, то, что нужно. Как я прямо хотела. А теперь быстренько внутренности строить. Внутренности. Слушай, ну прям как во сне вот мне приснилось, ты прям все так и построил. Ну, если во сне, значит хорошо. Ну так ты внутрь как бы пока что можешь не заходить, потому что ну внутри толком еще ничего нет. Тут просто обычная поляна такая огроменная, разве что вот здесь красивый вот такой вход у меня получился. Посмотри назад. Я очень рада за твой вход, но я прям сердечком чувствую, что Маринка уже где-то рядом. Если мы не успеем это все достроить, хотя бы пол и вот какие-то там, я не знаю, зельеварочки поставить, то все, хана всей задумки, хана всей идеи. Поэтому давай мне ресурсы, я буду строить пол. Ну да. Ну ты тогда тут давай не строй вот это пол. Я пойду немножко вздремну пару часиков, потом присоединюсь к тебе, и мы с тобой продолжим. Если что, все нужные тебе ресурсы находятся здесь, в этих сундуках. Бери и строй себе пол сколько хочешь. Я пошел спать, пока. Подожди, в смысле, ты куда? Ну что ты от меня хочешь? Ну вернись, пожалуйста, я без тебя не смогу построить самый шикарный пол в мире. Вернись. Потом поспишь на пенсии. Ладно, хорошо. Бери ресурсы. Я тебе помогать не буду. Я буду вот это. Я сейчас облокочусь об стенку и буду здесь дремать, пока ты будешь строить. Ты ресурсы взяла, мать? Бирюзовую керамику брать или что? Да хоть что, хоть матовую вот это перламутровую одуванчик. Все, беру тогда бирюзовую керамику, несколько стаков, и будем строить пол. Так, вот это вот сюда? Да, тыкай. Ага, ну, тыкаю, слушай, ну, хорошо ну, получается. Ты ниже тыкай, ты не видишь, где пол должен быть? Пол внизу должен быть, а не наверху. А, я поняла, подожди, я сейчас все исправлю. Это же надо, получается, прокопать вниз. Это прокопаешь и пол. Так, а у меня лопаты нет, ну ладно, киркой тоже сойдет. Тогда мы делаем вот так, и теперь вот сюда вставляем керамику, вот так. Вот, совершенно другое дело, давай, вот молодец. Ну это тогда надо вот все вскапывать вот так вот на минус один блок. Значит, берешь и все вскапываешь, я пока вздреманькаю здесь, ага. Все, я вас поняла, так и буду дальше делать. Алло, подъем! Не спи, замерзнешь, ЕПРСТ! Вставай! Че ты? Построила пол весь или нет? Давай показывай тогда, что настроила. Заходи, я сделала все, как ты мне сказал. Ага, ну что я тебе сказал, я уже не помню. Ну вот ты когда этот пол делала, ты реально, эта бирюзовая керамика тебе на башку прилетела? Ну я тебе говорил, на минус один блок, ты почему наверху все начала строить? А это что там за дичь сверху? Вот это торчащее! Второй этаж! Какой второй? А кто тебе сказал, что у нас в лаборатории второй этаж-то будет, а? А кто тебе сказал, что у нас в лаборатории не будет второго этажа? Ну, тоже логично. Но я не хотел, чтобы он у нас был второй этаж. Слушай, Кать, походу тебе вообще ничего доверять не надо. Ты хоть и Катюшка профессионал в Майнкрафте, но строить ты вообще ни черта не умеешь. Мне сейчас это все надо будет самому перестраивать. Ну, извини, я не строитель, да и блоков особо не хватило, вот. Ну, как бы, ну, да нормально, что получилось-то, ну. Тащи, мать, каменные плиты, диоритовые ступеньки, полублочные блоки, гладкие полублочные, каменные полублоки, кирпичные полублочные блоки, каменные кирпичи, и сейчас я забабахаю все на твоих глазах. Подожди, а на третьем месте что было? Полублочные каменные полублочные камни.
А, все, я поняла. Сейчас. Все, давай, одна нога там, вторая нога там. Все приходится делать самому всегда. Все самому. Ну, тебе бы точно лопата бы не помешала, потому что только я тут лопатой работаю. Ты ничего толком не делаешь. Так, давай застраивать. Слушай, когда я имела в виду, чтобы лаборатория была большая... Ага. Я не имела в виду, что настолько огромная-то, ну... Ну ты как бы изначально же масштабы тогда должна была мне сказать, что вот такая маленькая, нормальная. Ну я, конечно, разогнался, построил такого монстра гигантского, и еще сейчас вот, и дрыть колотить. Да это через трески, конечно, строится за пару секунд, но мы тут минут 30 только этот пол уже сраный строим. Хуй, я ж вспотел 4 раза, наверное, подряд. Слушай, я в следующий раз тебе буду говорить, сколько на сколько блоков строить, а тут реально тут такую махину выстрою. Вы что нам с ней сейчас делать-то? Ну зато Маринка обзавидуется. Это самое главное, чтобы Маринка обзавидовалась. Ну, все подписчики знают, тем более те, кто приходит на стриме. Я не умею строить маленькие постройки. Если мне говорят что-то построить, я беру вот такие масштабы и строю. Не, ну слушай, я тебя похвалю, потому что твоя идея со вторым этажом все же крутая. Второй этаж получился неплохой. Отлично, мы туда будем звать всяких разных научников, там, вот этих докторов наук. Мы будем проводить консилиумы, выводить новые зелья. Если бы у нас были эти знакомые доктора наук, тогда было бы хорошо. Так, подожди, тут у нас небольшая подготовка. Я возьму кафедру, возьму книгу, иди сюда за мной. Потом пол доделаем, иди сюда за мной. Тут у нас второй этаж, поднимайся вот сюда. Тут у нас будет центр всей нашей лаборатории, он будет находиться где-то примерно вот здесь. Я ставлю сюда вот эту кафедру, ставлю сюда книгу, и сейчас, Екатерина Выхухляцкая, в эту кафедру ты будешь записывать все рецепты зелий, чтобы их никогда не забывать и потом не гуглить. То есть берешь и прямо сейчас записываешь свое первое зелье, которое хочешь показать подписчикам прямо сейчас. Вот ты сейчас пойдешь и его сразу же сделаешь. Авторское зелье будет, сейчас записываем, короче, нам нужна морковь. Так, маринованные огурчики от слова «маринка». Так, и цветные карандаши. Цветные карандаши. И получается у нас в итоге зелье прыгучести. Все, пошла делать. Ну ты задержись на секунду, ты задержись. Если ты хочешь быть лучшей ведьмой в мире, то из цветных карандашов и маринованных огурцов никакое зелье прыгучести не получается. Там кроличья лапка нужна. А, ну точно, ну допиши, ну подумай, кроличью лапку забыла. Допиши туда, давай. Сейчас допишу, морковь, шашлык, маринованные огурцы. А шашлык тут тоже не нужен, тут только кроличья лапка нужна, и все. А, ну шашлык тогда вычеркни. И все, остальное я тоже вычеркну. Все, домой с ингредиентами. Все, не умничай. Домой с ингредиентами, я тебя жду здесь. Все, ща приду. Чё-то я сомневаюсь, то, что Маринка обзавидуется, учитывая, какая Катя зельеварка, ей до Маринки еще далеко, далеко и далеко. Так, шашлык вычеркиваем, получается. Огненный порошок. Цветокамень. Редстоун, ты главное там все записывай, инвентаризация важна. Так, ага. Кроличья лапка. Ага, 11 штук кроличьей лапки, 15 пороха получается, 11 маринованных паучьих глазов и 14 обычных глазов паука, 4 яйца. А яйцо нам зачем? Ой, это я нечаянно. Ага. А зачем тебе паучий глаз и вот это вот все остальное? Чё ты еще крафтить собралась? Мало ли, как бы там Мариночка там в гости придет, мне нужно будет зелье слабости сделать и зелье урона. Ну ты понял, да? Чтоб сразу с ней сразиться. Ну ладно, тогда держи железные слитки, скрафти нам парочку вот этих ведер и скрафти парочку котлов. Нужно их расставить вот сюда. Ты же умеешь крафтить котлы, а? Котлы от слова кот, держи. Ну, молодец! Давай еще парочку котлов, ставим один вот сюда, давай еще один и все, и хватит. Так, хорошо, держи, куда ставить? Вот туда, в угол, поставь вот туда. Ага. Да нет, вот сюда, где вот сюда? Ну, это не угол. Сейчас наполним это водичкой и все, тогда я беру огненный порошочек, пиндясосу его вот сюда. У тебя есть вот эти пузырьки, вот это, бутылочки? Да, 3 штуки.
Ага, три бутылочки есть. Ты сейчас за водичкой сгоняй, котлы наполни, уже после того начнем зельеварство. Так, но это мне надо ведры сделать. Ведра, правильно. Давай, говорить. Давай, делай ведры, а я пока вспомню, как там у нас крафтится зелье урона. То ли со зелья слабости, то ли со зелья отравления, уже не помню. Чтоб всегда водичка была под рукой. Вот так вот, а. Ага, а теперь у нас есть бутылочки. Берем. Оп. Слушай, ну вода закончилась, но у меня есть еще ведро. Вот так вот. И теперь ставим сюда три бутылки и готовим наше священное зелье. А что дальше делать? Поможешь? Сейчас берешь, ставишь туда этот адский нарост. Ты же его с собой взяла? Адский нарост из Незера, вот это вот, да, все. Да, вот его туда и ставь, и все, пускай наше приготовление начинается. После этого туда добавишь маринованный паучий глаз и... А, нет, подожди, ты же зелье прыгучести хочешь, не? Слушай, ну я вообще, в принципе, все зелья хочу. Ну давай на чем-то одном остановимся. Ну тогда потом вот эту кроличью лапку добавишь, и все будет готово. Ух ты! Все, круто, я пошел прыгать, ты со мной? Да куда ты прыгать? Да ты подожди, ты же его улучшить можешь! Светокамень туда добавь, чтобы еще выше прыгать. Серьезно, что ли? Ща, подожди, я все знаю, просто забыла, да, ага, надо просто перечитать книгу. Да, конечно. Шашлык она хотела в зелье добавлять, ага, и маринованные огурцы. Да это я перепутала с бабушкиным рецептом из книги поваренной, это не то. А что будет, если мы с зельем прыгучести будем прыгать в бассейн? Это ж вообще будет взрыв просто. Ну давай попробуем, что с этого получится. Тогда подойди вот сюда ко мне, я бросаю у нас. Давай, пиндюль. Опа. На. Опа, ты смотри, я первый. Ты пока смотри на вот это, на меня со стороны. Смотри со стороны. Давай. Разгонись, главное, разгонись хорошо. И раз, и два, и четыре, и пять, и пам. Ёперный кокос, я перепрыгнул бассейн. Ты там аккуратнее, то так позвоночник сломать себе можно. Так, ну ты что-то это реально перестарался. Сейчас я попробую, ну-ка. И два, и три, и бомбочка, и опа! Папа, ну ты хотя бы не перепрыгнула вот это бассейн. Ну слушай, ты смотри, ну зелье прыгучести как бы второго уровня. Еще немножко, опа, ты смотри, я даже на зонтик запрыгнул. А ну давай прыгай быстро. А я смогу так к тебе допрыгнуть, ну-ка. А ну давай попробуй, давай, па! Первое твое зелье в нашей лаборатории получилось просто высшего качества. Сейчас то, ради чего мы вообще строили эту лабораторию. Идешь, крафтишь зелье отравления, зелье урона. Потом ночью мы приглашаем Маринку в гости, и ты показываешь, кто здесь настоящая ведьма. Ты справишься с этим заданием или нет? Я ради этого и начинала играть в Майнкрафт. Понятно? Ну тогда, Маринка, готовься. Кто-то сегодня надерет тебе сорокостанцию. И этот кто-то, это Катя Крафт. А вы Кате, да, пришли, посетитель? Броньку, наверное, хотите купить? Но, Мариночка, я вас расстрою. Катя вас ожидает в другом месте. Да. Пошли за мной, пошли. Я вас провожу в другое местечко. Давайте, Маринка, пройдемте, пожалуйста, вот сюда за мной. Да, ёхрена, вот так. Сюда. Давай, курносая куропаточка. Да. Обернись ты назад, ну я ж здесь. Ядрить ты, колотить, ну чё ты прыгаешь-то? Ёханый ты, бабай, всю Кать, она меня уже успела отравить! Ну ты за мной сюда иди, дуримон! Да давай, Кать, ты там готовься, она скоро будет у тебя на пороге! Всё, давай, я жду. Разрешите пройти, пожалуйста, вот сюда к нам внутрь, заходите в нашу огроменную лабораторию, и, Катя, с этого момента она вся твоя! Ты ко мне-то зачем бежишь, она же сейчас на меня, уйди! Маринка, здравствуй, ёпарас, это ш... Старая ты карга, ну вот этот, получай! Вот это тебе за все, что ты мне сделала в школе, как ты меня обижала, оскорбляла! Коза ты драная! Думала, я тебя на чай позову, да, что ли, тортики пить? Нафиг там плавал, я тебя сейчас да, окну! Ты успокойся, ты успокойся! Стой на месте, она ж меня сейчас кокс, стой на месте! Стой, пока, переми! Да. Японский пердосос! Да мне, ничего ты не справишься, жди меня, я сейчас приду! А, блин, кажется, я не справляюсь, давай быстрее сюда! Ага. Чё, Маринка, думала, я не умею зелья крафтить, что ли, да? Я вообще-то в школе училась, в отличие от тебя, на дни пятерки. Ага, я тебе сейчас отравлю, держи, это тебе! Ага, получай! Ты себя случайно как бы отравила, ты это не забывай! Это она меня еще держи! Да все, хватит! Пока у нее вот эта жизнь не отнимаются вот этим зельем отравления, ты забрасывай... Да, подожди! Пауза! Нет. Да, нет. Пауза, подожди, тут Игорь мешает! Ага, все, давайте продолжайте, что ты просила?
Я кинула в нее 3 зелья урона, она умрет, нет? Да зачем так много 3 зелья урона? Одно хватит, это же вот это... Да, Маринка, тогда меня ты не агрись, я с тобой в школе не учился, я тут ни при чем. Я спряталась. Иди бей ее давай. Короче, у меня больше нет зелий, Маринка, получай ты по башке, на. Да убери, убери ты меч, убери меч, убери. Не, ну а чё? Ну, ты понимаешь, чтобы доказать Маринке то, что ты лучше ведьма, чем она, тебе нужно убить ее на зельях, а не мечом ее засандалить. Поэтому ты никакая не ведьма, Катюшка-бульдозер. А, ну, это был мой первый бой, так что я считаю, что... Слушай, это... подожди, а если за... И нормально, что ли, крипер взрывается в нашей лаборатории? Ты вообще, что ли, тю-тю? А чё ты не осветила? Короче, когда Екатерина убьет Маринку только с помощью зелий, тогда мы и будем тебя с подписчиками называть настоящей зельеваркой. А пока ты пипика бородата, я даже не знаю, как тебя назвать, но точно ты не ведьма, точно не ведьма. Я еще потренируюсь, я еще книжек поначитаю, я еще вот это вот все и всем докажу, ясно вам? Ясно?